В Муравленко впервые прошел окружной молодежный фестиваль «Димитриевская суббота». Ежегодно его организует региональный центр патриотического воспитания. В 2016 году «Димитриевская суббота» приобрела формат турфестиваля и проводится в разных городах округа. Традиция «Димитриевской субботы» имеет большую историю. Ежегодно в этот день церковь поминает усопших воинов. Традиция эта древняя и названа она в честь святого великомученика Дмитрия Солунского, святого покровителя святого Дмитрия Донского. В православном храме Преображения Господня прошла божественная литургия и панихида, на которых побывали и участники фестиваля. А после у памятного знака всем убиенным от благодарных живых состоялась молодежная патриотическая акция «Свеча». Ветераны, юноармейцы, кадеты, жители и гости города провели минуту молчания и возложили цветы в память о воинах в разные годы, защищавших родину. Отцам нашим, дедам, прадедам вашим, всем слава! Они заслужили это, этой славы.